шатену лепится, не врезается изо льда. Вот его два человека делают. Вот здесь хорошо уже видно. Это толпа любопытствующих, пришедших на фестиваль льда. Льда нет. У нас сегодня 5 градусов тепла. Но я смотрю, вот этот канал, он покрыт льдом. И ночью был маленький морозик. А с этой стороны у нас дворец, в котором сегодня будет за один злот вход, и будет концерт. Фортепианный будет какой-то пианист играть.